В декабре прошлого года был объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту фасада и утеплению стен роддома городской больницы. В результате проведения этого конкурсных мероприятий был определен победитель, с которым в соответствии с законом о закупках товаров и работ для муниципальных нужд был заключен, соответственно, договор подряда. Сумма договора была внушительная. Срок выполнения работ был определен крайней датой 1 мая 2014 года. Но подрядчик не уложился в срок и в ходе проведения работ отступил от технического задания. Недобросовестный хозяйствующий субъект начал с того, что вместо использования материалов, предусмотренных сметной документацией, начал использовать то, что ему было удобно использовать. То есть допустил отступление. Вместо утеплителя толщиной 70 мм стал использовать утеплитель толщиной 50 мм. Начал затягивать сроки выполнения работ. Учитывая несоответствие заявленных работ фактически проводимым и социальную значимость объекта реконструкции, специалисты администрации города-курорта инициировали расторжение контракта. С названным хозяйствующим субъектом заключили соглашение о расторжении договора. Вот. В настоящее время готовим претензию в адрес этого субъекта с той целью, чтобы возместить те убытки, которые вынуждена будет нести и администрация, и городская больница, и объявить новый конкурс. В настоящее время вся конкурсная документация готова, и я убежден, что к середине осени 2014 года капитальный ремонт фасада здания роддома будет завершен. Качество выполняемых работ по реконструкции здания роддома и сроки контролирует администрация города.